Горилова парк. 26 июня 2020 год. С вами канал ДТВ. Кто не знает, Горилова — это частично поселок относится к Санкт-Петербургу и частично к Ленинградской области. Есть поселок Новогорелово и Горелово. Ну, вот сейчас, по-моему, признали его тоже Санкт-Петербургом. Вот такие уточки у нас вот. Очень много рыбаков, алкашей также много, на скамейке с утра уже пьют, 8 утра, представляете, вместо работы стоят, пьют и молодые, и постарше возраста. Алкаши. Все, спасибо. Пока-пока. Подписывайтесь на канал ДТВ.